Всем привет! У мамы на клумбе растут такие розы. Сделаю несколько воздушных отводков и покажу три варианта. И в этом же ролике покажу результат через 5 месяцев. Заодно увидим, как за это время вырос котенок рыжик. Не переключайтесь. Так, первый вариант. Выбрал веточку, снял острым ножом кору по кругу, где-то 1 сантиметр. Делаю такие надрезы. Наматываю толстый слой туалетной бумаги. Это для того, чтобы бумага сохраняла влагу и растение начало пускать корешки. И поверх бумаги наматываем также тряпочкой, не синтетикой. Увлажняем водой. Увлажнять надо на протяжении 3-5 месяцев, чтобы постоянно была влажная среда. Второй вариант. Используем целлофановый пакетик, я примотал снизу скотчем, и мох. Также снял кору, сделал надрезы, надрезы делать не обязательно. Наполняем мхом, мох хорошо держит влагу. Вместо пакета можно использовать разрезанную пластиковую бутылку. В пакете делаем дырочки для доступа кислорода и увлажняем. Третий вариант. Вот у меня на яблоне пакет, внутри земля с огорода. Отводки можно делать как на кустах, так и на деревьях. Мох и туалетная бумага удобны тем, что они легче, нет нагрузки на кусты, ветер не сломает, влагу держит хорошо. Не переключайтесь, сейчас увидим, как вырос рыжик и есть ли корешки на розах. Прошло 3 недели, 2 веточки нормально себя чувствуют роз, а 1 пересохла. Сейчас посмотрю, что с ней случилось. Здесь не видно никаких корешков. Наверное, изначально я что-то сделал не так. Одну розу я решил переделать, ту, что высохла. Еще время есть. Прошло 1,5 месяца, я подготовил такой купленный грунт специальный для вазонов, горшки для пересадки роз. В начале ролика я погорячился, когда сказал, что надо ждать 3-5 месяцев. Думаю, 1,5 месяца хватит. Будем проверять. Думаю, время пришло. Видны корешки.
Сейчас буду пересаживать, чтобы розы в горшках смогли окрепнуть, развиться корни перед посадкой в открытый грунт. Вот такие получились корешки. Так интересно. Сейчас высажу горшки. Осталось еще два отводка, смотрим. Вот этот, что я его позже всех переделывал, перепрививал. Тут такие бугорочки, корешки начинают только формироваться. Посажу в землю, может примется. А здесь наматывал туалетную бумагу и тряпочки. Сейчас проверю. Где бумага и тряпочками, что-то непонятное такое. Один маленький корешок. Наверное, я его поставлю в воду. Вариант с бумагой не очень хорош. Влага быстро теряется. Мох все-таки будет самым лучшим вариантом. В моем случае мох влагу не терял вообще. Я его поливал раза три за полтора месяца, еще дождь был, самополил. Рыжик. Рыжик уже большой парень. Купили ему ошейник от блошек. Кому было полезно или интересно, ставьте лайк, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь. Всем пока!